Тут мне говорят, а почему звук приглушает? А потому что дивное издание ломает мысль. Вы можете понять, как я снимаю. То, что я пишу, это ведь не есть суть. Качество — это видео. Поэтому извините, господа, смотрите видео и постарайтесь услышать. Потому как правило интернет-портала говорит об обратном. Здесь любят звук. Так сделайте себе звук и не трахайте мозги людям, смотрящим видео. Чудесное окончание чудесного года. Лето началось в апреле. И зима настоящая, уральская, снежная и морозная. Особо это начинаешь понимать, зайдя во дворец Рамазана. Да потому что здесь поселилась Индия. Ненадолго, естественно, а всего лишь до 16 декабря к нам в гости приехала самая желанная страна. Причем ее желали всегда, ее краски, ее ароматы, ее камни. Колумб, кстати, куда плыл? В Индию. В действительности же не каждый поедет на Гоа, хотя я всем рекомендую попробовать этот вкус Индии. Но для того, чтобы понять, как там выглядят рынки, это можно приехать сюда, во дворец имени Рамазана. Дело в том, что я специально посмотрел и убедился, все то же самое есть и в Индии, только здесь оно по гуанской цене. Вообще, в идеале весь Магнитогорск должен посетить эту выставку. Да потому что наши металлурги и металлурги Индии – это близнецы-братья. Ведь именно Магнитогорск как-то строил ту индийскую металлургию, которая стала первой в мире. Тогда на Волгах ездили те, кто привез много инвалютных рублей. Первые видики и нормальные телевизоры везли они же, как и первые впечатления, оставшиеся на всю жизнь. Сегодня Индия – это очень амбициозная страна. А как же, ведь рядом Китай, который делает все. Вот только за Китаем стоит именно Индия, как владелец команды Формулы-1, как владелец гораздо большего, чем Голливуд, Болливуда, как страна с одной из самых дешевых, качественной и самой замечательной медицины, в том числе и для туристов, планшетники, тату нано за 2700 долларов, самый дешевый пневмомобиль делают в Индии, авианосцы в Индии появились раньше, чем в Советском Союзе, так, если что. Там в действительности много чего того, что нам хотелось и не снилось. Конечно, то, что делается для мужиков, сюда не привезли. В основном здесь все для уюта. В следующих выставках мы вам покажем товары для мужиков. А сейчас каждая хозяйка за любую сумму легко купит себе то, что нигде кроме Индии купить не получается. Мы как-то причесались товарами невысокого качества и товарами дорогими. Кому рассказать, и вам не поверят, что самые дорогие фирменные кроссовки в Индии стоят примерно в 3 раза дешевле, а то и в 5. Сколько раз я был там, и сколько раз я видел унылые лица туристов, подгоняющие багаж под нормы перевозки. Потому что с такими ценами можно набирать любое карго. Но сегодня цены здесь, в Магнитогорске. Вы намек понимаете? Как-то так можно круто развиться. Да, с этим, если честно, то всегда в Индии было все в порядке. Доила ее, правда, долгое время преимущественно одна держава. В 50-х годах прошлого века ситуация то поменялась. Если бы я вам рекламировал только выставку, вы бы наверняка переключили канал. Но возможность узнать, понять и приобрести не только часть Индии, но и навыки воспитания нации 2 миллиардов. Нации, не ждущих рассказов про коррупцию вечерами. Нации в чем-то наивной, но при этом добродушной у вас есть. И все это до 16 декабря включительно происходит во дворце Рамазана.